А какую сумму вы хотите? Сумму какую? Да. Чтобы купить сигаретный завод, виноводочный завод, чтобы купить должность мэра этого города. Ростова, да? Что? Города Ростова. Да, города Ростова, да. Мэра. И виноводочный завод тоже хотите? И виноводочный завод, и сигаретный завод. А машину какую хотите? Ой, машину. Бугатти Вейрон. А Мерседес вам нравится? Нет, я сначала Мерседес серии 300. Мерседес серии 300. А сколько денег вам для этого нужно? Посчитайте сами, сколько для этого надо денег. Я не знаю. Мы там в салон надо ехать. Мы на Бугатти не едем. Так отвезите меня в салон. Не, блин, ну я сам поеду, ладно, мне деньги будут, я сниму с карточки, поеду. Ну да, наймете водителя. Ну да, таксиста, что там. А с какой зарплатой будет? Зарплата у вас какая? Зарплата какая мне будет? Не, у водителя какая будет зарплата? Вы хотите моим водителем стать? Не, есть знакомые, они готовы помочь. Сначала пока ничего не буду платить, потом как только будет, так сказать, сначала я могу им заплатить. Сколько попросят, допустим? Ну сколько, 1100-200, вот. Александр. Ну, мало, смогу тысяч. Нет, сначала. Вы, кажется, работу искали. Ну, если мне неограниченное количество денег дадите, неограниченное количество, то, допустим, 100 тысяч я могу ему выплатить. В месяц. Месяц, да. А у нас же были карты без лимита? Да, есть карты без лимита. То есть смотрите, за меня даже кредит будут выплачивать, мне вообще не надо. Кто будет платить за вас? Виноводочный завод, потом сигаретный завод. Деньги, те, которые я буду получать с мэрии, там, то есть будут автоматически отчисляться средства с моей карточки тогда. Но у вас документов нету, да, только лицо и все. Но да, лицо. Только лицо. И фамилия, имя, отчество. Да? И фамилия, имя, отчество, да. А номер телефона есть? Пожалуйста, записывайте. Мурат, запиши. Нет, ну мы сейчас не укажем на заявление. Да? Так, давайте, как его писать? Заявление, да? Ну, как вам удобно, так и пишите.